Когда Виктор Николаевич Бондарь только был назначен на должность главнокомандующего ВВС, это было незадолго до празднования столетия военно-воздушных сил, и опять же звонит его порученец и говорит, главком очень попросил, вот будет сниматься программа «Поле чудес» у Якубовича, там она будет именно посвящена этому делу, вот там спеть. Мне очень не складывалось, но новому главкому тем более не откажешь, и я, в общем, туда приехал. А, предварительно мне звонит продюсер, говорит, да-да, вот, ну, вот, мы ждем вас. Я говорю, мне не хочется, он говорит, вам не хочется в «Поле чудес»? Говорю, нет, не хочется. Я говорю, я там работаю недалеко от вас, на этом же этаже. Говорит, ну, ладно, ну, песню надо спеть. Я говорю, какие требования? Он говорит, песня должна быть до 3 минут, веселенькая. Я говорю, понял, до свидания, спасибо, это не про меня. Ну, как, значит, ну, в итоге мы договариваемся, я ему посылаю несколько клипов, там, он, все хорошо, классно, ну, определяемся, грачи прилетели. Приезжаю на съемки. Приезжают там главкомы, там как клуб главкомов, Зелин, ну бывший там Корнуков, Царство Небесное, недавно умер, Михайлов, Тайнекин, значит, ну и мы там репетируем, приезжает Бондарев к этому продюсеру, значит, так, значит, вот он споет две песни, я на телевидении работаю, я знаю, что такое формат, и что там все очень ограничено. Он, нет, нет, мы уже поговорили, он споет одну песню, он, как одну, он должен спеть «Грача и летчика». Я стою, думаю, елки-палки, ну сейчас, ну я вижу, он его так шашку начинает доставать. И я такой, Виктор Николаевич, он, помолчи. Так. Ну, в общем, к счастью, все равно я одну песню спел, мало того, куплет один обрезали крайний. Вот.